Тут у девчонок технология своя, вот. Сцепляют вагончики. Во, и погнали! Ай да, жар птичья горка! Двойной паровозик! Ко мне было зимы в городах и селах. Никогда б не знали б мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы. Так, ромашка. Петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета, от жары устали б мы, надоело б лето. Не пришла бы к нам метель на денек хотя бы, и снегирь не сел на ель, кабы-кабы-кабы. И снегирь не сел на ель, кабы-кабы-кабы. Вот это скорость. Кабы не было зимы, а все время лето, мы не знали пути мы новогодней. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы. Лёд на речке бы не замёрз, кабы-кабы-кабы. Лёд на речке бы не замёрз, кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы в городах весёлых, никогда б не знали б мы этих дней весёлых. Усаживается у нас четверной паровоз, состоящий из четырех вагонов. Самый первый, самый такой тяжелый вагон на большой плюхе. Последующие вагончики складывают ноги впереди стоящему вагончику. И тот вагончик, который впереди, в подмышке эти ноги захватывает. Таким образом у нас сцепливаются вагоны в один паровоз. И толкаемся. Вот, вижу, слышу отзывы от паровоза, что это рекордная скорость была. Жар птица, усадьба Белокурихи. Сегодня 11 января 2020 год. И у нас жар птицы, зимние забавы, катание на горке каждый день. И вот такая вот у нас красота вокруг. Уже вечереет, 5 час. Солнышко залез, уже закатилась. Поэтому у нас вот такая вот голубая красота. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали б мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы. Не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Так, девушка, красавица, гостья жар птичья. Ну, расскажи, как твои впечатления? Мне нормально, я хочу спать на этой ведьме, прокопать дальше эту дорогу и спи сколько хочешь. Да? Как тебе катание? Весело? Да,
Мне вообще шикардос. Да, ты каждый день катаешься на горке? Да. Да? А ночью бы каталась? Да. А что ты делаешь ночью? Мы катаемся все и привязываем, и маленьких привязываем, и всех привязываем. Горки привязываете? Да. Девушка, как вам катание на жар-птичьей горке? Отлично. Нравится? Ага. Что особенного в нашей горке? То, что такие виражи можно делать. Да. А еще? Есть такая кочка, с которой очень удобно съезжать, скорость прибавляется. И поэтому удобно делать виражи.